Охренеть можно. А... от чего охренеть? Этого мне? Меняться вместо того, чтобы взорваться. А тот повторяет. Да, это я тебе. От чего охренеть можно? Он еще спрашивает меня. Я тебе скажу, от чего можно охренеть. Она курит мне и моей девушке прямо в лицо. Думаешь, нам приятно? Охренеть можно. Здесь можно курить. Мне насрать на это, ясно? Она будет курить мне прямо в лицо. Я не хочу сдохнуть из-за вас, придурки. Ага. Разве не так говорили вьетнамцы? Вьетнамцы? Какие еще вьетнамцы? О чем ты говоришь? Ты бред какой-то несешь. Вьетнамцев вспомнил. Вовсе нет. Вьетнамцы! Если повторить еще раз, смысла не прибавится. Какое отношение вьетнамцы имеют к тому, что мне и моей девушке твоя подружка курит прямо в лицо? Скажи мне, кого... Это за Джона Леннона, янки сраный. Бутылка? Нет, не стоит. Так, уходим? Я не бью женщин. Я бы и в жизнь не ударил женщину. Но она набросилась на меня с бутылкой. Это другое дело. Это самозащита. А если бы она занималась карате? Вообще-то я бы в жизни не ударил женщину. Не думай. Ты такая красивая. Я должна позвонить. Нет. Ты меня отошьешь, потому что я стукнул эту корову?